Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем Ведьмачка. У нас тут, короче, надо зажечь все лампы в саду, потому что Геральту стало скучно, и он начал по новой заниматься театральным делом, я бы назвал это так. Ну, скучно жить человеку, ну что ж теперь, хочет он играть в театре. Бывает такое со всеми, Геральт такой парень творческий. Чего, какую цель? Я зажечь хочу огонь. Да, бляха-муха. Действительно! Это... Ты кому говоришь, дурень? Я вообще-то в ней непосредственное участие принимаю, если чё. Девитав, король эльфов, да заткнись, принял ты. Людовика в своем дворце, на своем троне. В ослепительном блеске множество факелов. Да бляха подык... Девитав положил у ног Людовика Бинне, эльфский хлеб, передав людям владычество над плодородными землями. А где краюха-то? Какой еще нахер? Ага. Возложительский хлеб к трону Дюрана. Мешайте, ну окей. На. Потом Девитав наполнил церемониальные чаши эльфским вином Гвинет. Наконец, эльфский король достал свои щит и меч, тем самым символически передавая людям свои войска. Блин, вы издеваетесь, что ли? Достать, достать, а то оружие свое назад, хрен верну. Где эльфский? Так, анафема. Это не то. Как их достать? О чем вы вообще говорите? Эльфский щит и меч. Может, их как-то надо по-другому достать? Да уйди отсюда. Достать эльфский щит и меч. Каким боком-то? Иди твою... Рок Ханвала. Может, вот сюда? Нет, церемониальная маска. Блин, да куда их засунуть-то, я не пойму. Эльфские щиты. Я щита-то вообще не вижу, если что. Как тебе, сука? А, все, ну взял. В чем проблема? О. Не сгибая спины, эльфский король обнажил клинок и упал на колени и молвил Людовик. Я не хочу с этой херней сражаться. Я принимаю твою власть и вернусь через год. А-а-а! Смотрите! На статуи посмотрите! Ну, живыми стали. Такого не может, мамочка. Подумаешь. А, вот так вот, что ли? Так, ну-ка подожди-ка там, пацаны, не дурите нахер. Где мой, сука, меч-то козырный? Да блин, найди теперь, попробуй его, конечно. Он зеленый должен быть. Где мой зеленый меч? Вот он. Так, нахрен. Поехали. Первым делом. Опа. А, чё, жизнь? А где моя хпшка-то? Чё за херня-то? Ты видал, меня, короче, оставили вот с такой хпшкой. И ещё, говорят, проводить церемонии. Какие нахер церемонии, меня сразу убили. Не надо мне говорить, что сейчас все заново надо будет делать. Вот придумали щит, меч. Дебилоиды. Отлично! В меня запустили! Это кто? Че за херобор это? Я не понял, почему меня взяли и убили вот так вот прям сразу-то? Это ни хрена себе церемония, бляха. Я не ожидал, что меня будут огнем-то так... Слышь, давай завязывай, так это... Ты чё не помогаешься вообще в конце-то концов? Спокойно! Отходим! Дай хватит прыгать-то, бляха, попрыгун, хера! Ещё можно сдаться! А мы сегодня будем вообще вот так вот делать-то, нет? Отлично. Ласточка, поехали. Нихера себе! Бляха, кто там так шмалит? Чё за мах-то, я не понял, алё! Иди, твою мать, спокойно, пацан! Блядь, да хорош! Вы чё делаете-то, собаки? У меня что там в уровне сложности, что ли, сука, овер 9000 поднялся или что? Они меня с одного, с двух выстрелов убивают, вообще не дают просто дыху дыхнуть. Суки эльфийские, вы что творите-то, собаки? Там, по-моему, маг где-то был, надо мага первым делом ушатать. Она вообще прям выдает. Спокойно. Беги, блядь, беги, Геральт, дури, опять! Опять эти гребаные маги, ласточка, все, ладно, поехали. Спокойно, Квен. За мной, сучары! Я вам сейчас, суки, покажу. Охереть, их там, их 5-6 человек! Эй, гнида!
И что я с ними делать буду? Победить ожившие статуи? В пятках хер тебе говорят. За мной-то, может, кто-нибудь пойдет, нет? Как бы давайте по одному. Метод выманивания должен работать. Опа! Э! Шалопетка, пошли со мной. На-ка. А, сука, сгори в аду, тварь. Поднимайся сюда, сучара. Я с кем? С кем? Бляха, чё я бегаю с эльфийским мечом? Чё происходит-то? Эльфийский меч. Конечно, он ни хера по ним не наносит. О! Вот так, сученька, сейчас мы с тобой повоюем. На-ка, тварь! А чё... А, бляха, опять это не то. На-ка. Нет, не бей меня! Вон, рыбалёк, отходи! Короче, читерство сегодня в моде. Это не читерство, ни хера, так положено. Сдохни, тварь! Сдохни! Сдохни! Вот и я про то! Охереть, чего, смотри, что вытворяют, а? Просто прям беду творят какую-то. Это надо вообще очень потихо туда заходить. Так, мы посмотрим, сколько они, по-моему, выносят просто так-то. Что случилось-то? Ну и чё? Здоровье меня восстановим, нет, пацаны? Ага, отлично. Блин, они так наносят. Ай, наушник вылетел, спокойно. Они так наносят, нихера себе помаленьку. По половине моей этой энергии сшибают. А я охерели в край. Так, мне надо вышатать бабищу первым делом. Которая первый маг. На-ка, тварь. Ага. Да опять попали, ты посмотри, что делают. Блин, они неплохо так горят, смотри. А маг живой до сих пор, ты посмотри, что делается. Так, ну ладно, одна статуя готова. По магу очень мало прошибается огнем. Ну правда, она маг, у нее, наверное, защита от огня бешеная вообще. Но, сука, меня это вообще не колышет. Я тебе сейчас пульну, тварь! Во! Это уже получше. Спокойненько, да зачем ты так делаешь-то? Опачки. Так, теперь к той магичке, быстрей! На, тварь! Сдохни, сука! Отходим, отходим, отходим. Спокойно. Ага, хорошо. Так, огонь, огонь, на них хорошо вообще действует огонь, поехали. Во, на этих, на оживших статуй, прям сам то. А, так она в фонтан попадает, ну вообще хорошо. Так, есть один сгорит. Это вот что такое-то, это что за читерство-то? Нихера себе прошибают. Блин, ну маги вообще черти, те еще. Так, ты еще что-то. Еще еда какая-то. Это что, напоролся, что Геральт? Там было написано, что он восстанавливает здоровье. Там не было написано, что он тебя в штанину упарывает. Геральт пьяный в слюне, ему эфи мерещится. Давай еще, что теперь? Спокойно, может быть, а ардом ее отхерачить? Во, нормалек. Хорошего. Это что сейчас было-то, я не понял. Она тоже так херней владеет, что ли? Суки какие, смотри, что делается. А где сам призрак? Культуры. Они ожили? Что за колдовство? Не знаю. Я на убийстве монстров специализируюсь, а не на оживлении. Я... Возможно, я знаю, что произошло. Видите ли, эти статуи в прошлом стояли во дворце некого Девитафа. Я их месяц назад купил, чтобы... Может, мне лучше начать сначала? Давай начнем. Короче, очень сильные эльфы, древние, походу. Девитаф должен был этими статуями ежегодно платить людям дань. Однако, он успел сделать это лишь один раз. Его убили при погроме нелюдей под Горгоной в 782-м. И хорошо, что так. Ведь Девитав собирался устроить покушение на Людовика. Под видом статуи он хотел отправить людям големов, которые активировались благодарственными речами. Эти големы разорвали бы нашего короля и его стражу в клочья. Хитро, сука. Как всегда. Прям эльф, троянские эльфы какие-то. Коварство. Тьфу. Так, ну как бы... Вы такие же? Вы ничем не лучше. Эльфы просто защищали свою землю. А людям мало было ее забрать. Нужно было вырезать эльфов до последнего. Вы? Вы же тоже человек. Я ведьмак, я бессмертный, на. Да, в каком-то смысле.
Но иногда мне стыдно это признавать. Не могу согласиться с вами, ведьмак. Но с пустыми руками не отпущу. Вот, возьмите, это ваша награда. 225 очков опыта, а сколько денег? 300! Да ты чё, да за 300 лобызни у эльфистки, в конце-то концов. Ты чё, за 300, я тут жизнь свою... Я за меньшие деньги ни разу не помирал. Тут за такие деньжищи столько раз, короче, пришлось помереть. Чё за хернанина вообще? Бляха, и в пятюне, ладно. И в пятюне, и в медитюне чуть-чуть. Чтобы посветлее стало. Мне не нравится, на самом деле, вот ночью. Мне не нравились последние эти ведьмачи там. Последнее дополнение, которое было про... каменные сердца. Оно было мрачным. Это дополнение яркое, это мне нравится гораздо больше. Я не знаю почему. Так, у нас с вами, в принципе, мы должны были отыскать логово Вихта, но у нас есть, во-первых, охота за сокровищами. Школа Грифона. Кто-то писал, типа, да блин, опять Грифон, там Грифон, Грифон, Грифон. Но-ка в конце-то концов, само собой, Грифон, потому что я специализируюсь на Грифоне, у меня знаки, знаки, я знаками херачусь. А вот с доспехами-то, конечно, пока что тухловатенько с этим. Давайте посмотрим. Так, отправиться к руинам форта Уссар. Давайте уссарнем, наверное, туда. Я думаю, мы успеем за эту серию сделать. Ну, по крайней мере, должны. Так, это куда-то далеко, это куда-то туда, это тогда плотва. Поехали, чё ж теперь. Блин, ну а чё делать-то? Я... не хочу помирать каждый раз. Мне приходится чисто на дурачка выигрывать. Или постоянно отступать, там, как гнида бить откуда-то, не поймешь. Поэтому давайте-ка мы лучше возьмем себе доспехи и спокойно уже в них повоюем. Эти доспехи, я так понимаю, слишком тухловаты для этого дополнения, поэтому меня и выносят как девчонку. Ну, серьезно, ты посмотри, вот просто вообще никак. Да чё ты, плотва, прыгай давай. Пантеру она, бляха, испугалась. Пантера, меньше тебя в три раза, ты её сам сожрёшь, плотва. Сама. Вот еще обосралась от какой-то кошки. Короче, берем себе нормальные доспехи. Разруливаем все дела. И мы, короче, короли Тусента. Тусент же называется территория. Вообще четкие парни. А, не надо, я опять забываю, что здесь не нужно смотреть на расстояние по карте, так как сам Тусент, он весьма мал, на самом деле. Он не такой огромный, как кажется. Потому что тот же... Недонырим, как его называют. Ну, где, короче, была городская площадь здоровья, что-то он в разы больше, по-моему, чем эта локация. Поэтому здесь ничего страшного. 700 метров туда, 700 метров туда, отсюда, сюда. Вообще похеру. Это что сейчас было? Это кто там бузнул, я не понял. Что за дела-то вообще? Опять смотри. Ай, беспалевный бесстыдник. Так, отправиться на брошенное имение Костель-Кончин. Какой-то там. Костель-Дач... Костель-Дачи. Тут тоже все мертвые. Блять, ты что делаешь-то, дурень? Беги давай, плотва, иди нахер! Уйди! Уйди, Геральт, отсюда! Нахер мне эти призрачные рыцари? Он с черепом на голове, он меня сейчас выхлестнет, как этого. Ведьмаку пришлось спасаться тебе. Это что еще за херня? Бляха-мухой. Я шел! Пацаны, я за доспехами! Отвалите! Может быть, я, походу, делал рано за ними шмайнул. Там, смотри, что происходит. Геральт, беги! Твою же шмать. Что происходит вообще? Бляха, вот это, короче, тут сложности пошли. Просто мимо за доспехами пробегал. Вылезли огромные черви, чуть не завалили. Плотва, иди сюда! Сучара чуть не подставила меня. Плотва, ты что делаешь-то? Она бросила меня, прикинь, бросила на съедение этому какому-то там призрачному рыцарю. И ведь ладно бы там, ну не бросила, ну не бросила. Ну я не говорю, что она прям бросила. Она встала, она в ступор встала, она ничего не могла поделать. Так не делаю, плотва, поверь мне. Ты либо давай меня выручай, либо я найду себе вон какой-нибудь хреноморфа и буду, короче, на нем бегать. Он вон быстро ничего не боится. А, это кикиморы. Но все равно какая разница. Не ссы, плотва, хорош тревожится. Мы идем за доспехами школы Грифона. Я думаю, школу Мантикоры мы посмотрим попозже. Пока что мы возьмем... Опять! Ну, виверны, в конце-то концов. Давай, плотва, иди гуляй. Сейчас ты обосрешься, я понимаю. Ослизги какие-то. Что такое ослизги? Ослизги. Куда улетели-то? Э! И сюда. А, вот оно. Динозавры. На-ка! О, он что-то не берется ни хрена. Да не, берется, нормально. Спокойненько. Ну-ка, как тебе вот так вот? Опачки, вот это я сейчас нормально кувыркнулся, спокойно.
Тихо. Ну-ка, дай-ка мне здоровиться-то. Вернись, самка. Самка, а там самец, да? Нет? Или он самец? Ух, нихера себе. Эй, ну-ка слезь, тварь. Так, ладно, Ардом сейчас похерачим. А я тоже так могу, понял? Ах ты, сучка. На-ка. Ну, почему ты не попал-то, Геральт? Сейчас, подожди. Ой, второго шип какой-то хер. Эй, когда они успели меня убить? Я охерею от сложности этих ребят. Это же просто прям вообще, это сложновшлуха полная. Нельзя здесь просто так бегать. Надо с чувством, с толкой, с расстановкой. Геральт кривой дебил. Зачем он сбил второго осьминога, этого, как ослика? Второй-то тебе зачем, Геральт? Ну, в конце-то концов, все так хорошо было. Все, сука, из-за второго. На-ка, тварь. Не-не-не. Отходим. Тихо, она тоже так умеет. Да ты будешь что-нибудь попадать-то, нет? Спокойно. Ну-ка, бей меня давай. Убей уже! Отлично, еще бей! Еще бей, говорю, куда побежал-то? Вообще динозавр какой-то. Вот здесь сейчас все в крылья нахер поотрезаю, тварь. Ой, еще давай! Зачем? Ты его отпустил-то, нахера? Мне иногда и то ли кнопка отлетает, то ли что там так внезапно отпускает этот шут. Шар, точнее. Он, кстати, стал такой сильно прозрачный, что даже иногда непонятно, есть он на мне или нет. Так, тихо. Ох! Бляха, вторая-то зачем слезла? Или это первая? А, это раненый. На-ка. Нихера себе, спокойно. Блин, ну они, конечно, мало на грифонов похожи, но смахивают чуть-чуть. И типа они такие грифоны. Ну давайте уже кто-нибудь. Вот, отлично. Спокойно. Надо еще один, еще один, еще один. Да ну как так? Давай. Я ни хрена из этого шара не уйду. Давай сюда, ослик. Отлично. Спасибо! Она меня подхилила по бырику вообще. Спокойненько. Ну-ка дай-ка ей. Ай, суу! Неплохо так, в сопли прям прилетело. Тихо. Тихо. По очереди, спокойно, с двумя-то как-то не очень сражаться. Давай. Да плотва, ты-то, бляха, и нахер вообще здесь сильные удары, короче, в жопу их вообще будут. Пользоваться им не буду, они меня только подставляют. Раскручиваются полдня, ударить не могут, походу. Отходим. Давай. Есть один. Плотву, сука, не трожь, собака-то такая. Че это такое, у них даже глаз нет. Сука, они только родились, походу. Черти. Красный мутаген. Ладно, это драконы. Блин, в натуре драконы какие-то. Ну ладно. Большой глиф Игни. Да ладненько, хорош. Большой глиф. Это камни, которые надо вставлять в доспехи. Я так понимаю, что эти большие камни мы тоже намутим и вставим в свои новые доспехи, чтобы наши знаки просто неимоверно охерительно работали. Они нам, собственно, для этого-то и нужны. Так, пойдемте осмотримся. Где-то тут должны быть тайные знания. Обыскать руины форта Уссар. Вот ты, например. Штаны... вот. Зеленая краска для доспехов. Не то. Штаны боклерского чего-то там. Да что ты дерешься-то, возьми. Где-то здесь должна быть либо тайная тропа, ага, либо сундук. Так, рапорт капитана. Чертеж, меч, перчатки, сапоги, гроссмейстерские. Отличненько. Так, ну-ка давай посмотрим.
Тихо. Так, вызванный мною ведьмак прибыл в Уссар 12 сентября. Он произвел хорошее впечатление. Я ожидал встретить хладнокровного убийцу, а разговаривал с кем-то, кого бы мог принять за обычного человека, если бы не его обширные знания о повадках чудовищ. Два меча за спиной и медальон с головой грифона на груди. Джером, так его звали, задавал много вопросов по поводу бестии, которую видели у замка Монкран. На основании моих ответов он идентифицировал это существо как лешего. Окей, лешего это не лешего. Интересно, что случилось на Монкране? Посмотрим. Так, задание. Значит, нам нужны рецепты. Рецепты нам нужны. Книги, ремесло. Так, вот, допустим. Доспех 12. Это что такое, по уровню, что ли? Компания. А, это доспех всего типа доспехов. Так, доспех школы Грифона. Доспех цита-цита. Мастерский, отличный. Улучшенный. А, блин, а как он называется-то? А, я штаны подобрал. Точно, не доспех, штаны вроде как. Так, мастерский, отличный, улучшенный, тоже не то, мастерский. Блин, надо не мастерский, а какой-то там, как он назывался-то? Так, штаны иллирийские, мастерские школы Грифона. Да ладно. А, вот. Стальной меч гроссмейстера школы Грифона. Нужно для него слиток обогащающего двемерита. Хер пойми, где взять. Отлично. Так, ну это есть, это тоже есть. Блин, вот этого, короче, двемерита где-то надо взять. Хрен пойми где. А чё же я счёт подобрал? Гроссмейстерский доспех или штаны? Я чё-то не понял. Так, комбинезон. Надо по уровню смотреть. По уровню 40 где-то там был. А слиток это из чего сделать? Так, пластина обогащающая. Ага, нет такого у меня. Вот. Так, руда обогащенная. Две. Где ее взять, хер ее поймешь. Ну, разберемся. Так, мастерские. Вот, перчатки, раз мне перчатки я подобрал. Здесь нужна укрепленная шкура драконида, но это мы где-нибудь найдем. И слитка. Короче, нужно много двемерита, а остальное мы, по ходу дела, все быстренько найдем. Ладненько, поехали. Так, отправиться в замок Монкран. А зачем? У меня же есть чертежи. Подождите пока с этим узнаванием. Так, дальше. Не-не-не. На В. Вот так. Этот недалеко. А где еще? А тут и есть, наверное, Монкран, да? Да, это все одно и то же. Ну, ладненько, поехали. 400 метров. Платва, давай, щеманули. Короче, нам нужен, да, этот, драконидов убивать. Очень много разных драконидов надо поубивать, и все будет нормально. F5-ка. Может быть, их где-то, наверное, надо искать. Я помню, что к тому Грифону нужно было много перьев чудовищ, и мне приходилось на какой-то там утес взбираться, убивать гарпий, с них получать эти гребаные перья. Ну, думаю, здесь мы справимся побыстрее с этим делом. Если у меня их не будет хватать, я просто по барику загуглю, где их можно взять, и пойду туда возьму. Сейчас, наверное, вики по этому делу расширилась гораздо, потому что раньше там что-то было не очень понятно, где все это искать. На-ка, сука. Да слезь ты нахер, Герлит, без толку с тобой на лошади драться. Я тебе сейчас пну, слышь. Нихера себе, вот так-то ошламление работает, что ли? Слезь давай. Блёха, какой хороший знак. И все? Блин, прикольно. А что за знак мне такой? Арт? Ну, арт это оглушение, само собой. Он бьет по лицу. Очень сильно. Прикольный знак получается. Надо почаще им пользоваться против разбойников. А против всяких зверей и всяким другим говном придется пользоваться. Так, что, а тут так много всего-то? А, там разбойники. Убежище Ганзы. Нихера себе, а где вход-то в убежище Ганзы? Блин, тут и кузнец, тут все есть, смотри-ка. Так-то огромный замок, его придется захватить. А, убежище Ганзы. Вы приближаетесь к убежищу шайки разбойников, которые в этих краях называют Ганзами. Соблюдайте особую осторожность, приготовьтесь к тяжелому бою. Разбойники хорошо организованы, в случае атаки могут позвать помощь из других лагерей. А чтобы этому помешать, убейте разбойника, бегущего с факелом, сигнальному костру. Да ну нахер, что за Far Cry-то начался?
Ладно, окей, в пяткой поехали. Не-не-не. Медитнуть. О! Ласточку и еще раз медитнуть. Ай, ласточка ничего не установила, прикинь. Ну ладно, хрен с ним. Заброшенный замок, окруженный темными легендами. Ага. Идеальное место для бандитского схрона. Подожди! Стой, сучара! Стой, говорю! Ой, повезло. Ой, какой-то здоровый разбойник, нихера себе. Пацаны, спокойно. Блин, я зато, короче, выиграл, получается. Убей его быстрей. Отходим. Ага, отличненько. Еще разочек, налетай, собаки, я вот здесь их подожду. Обходи, обходи, сука. Спокойно. Сейчас надо подпалить маленько, на-ка. Я, суки, покажу сейчас, на кого вы лезете, падлы. Спокойненько, давай. А у меня стрелы-то отлетают, по-моему, в доспех. Мне вообще насрать на это дело, если я ничего не путаю. Я сейчас пачками здесь всех... О-хо-хо-хоу! Ты чё мне там, блядь, артерию перерезал, что ли? Какую? Нихера себе, с одного удара, видал, алебардой своей рубанул, и все, и конец. Охереть! И ведь ту собаку-то надо быстренько ушатывать, потому что он прям сразу начинает бежать. Я вообще... Ты видал, что он сделал? Он просто алебардой разок наотмашь дал, и Геральт слег насовсем. Надо было хотя бы на себя знак накинуть, что ли. Так, спокойненько. Отлично, все. Куда не пойдем пока наверх. Ага. На, тварь. Тихо. Опачки. Чары, пацаны, да, именно так. А я тут при чем? Икота у тебя из-за меня. На-ка! Лучника! Хотя он никчемный, ну ладно, все равно. Отходим. Тихо. Тихо. Не стоит благодарности, пацаны, все правильно. Блин, вот это уже интересно началось. Тут бегаешь по одному чудовищу, бьешь. Тут целый форт надо захватить. На-ка. Блин, с этих до хера слетает с огня-то, смотри-ка. Отличненько. Во! Так, у меня что-то поломалось, сейчас вернем. Это обычный стальной меч поломался. Так, это... Элементы доспи... Блин, я уж испугался. Думал, все, конец. Так, и в пяточка. А, значит, восстановляшечка. Я не понимаю, почему они до сих пор не нашли, пока я тут спал. Возможно, им просто на это насрать, и им это не надо. Давай здесь что-нибудь полезного такого. Дотва, дратва, жратва. Нет, только орины какие-то, и все. Так, ладненько. Блин, мне надо. Ну да, смотри, по ним огонь вообще хорошо проходит. Куда ты лезешь, дурень? Главное того, с алебардой к себе не подпускать, и все, пусть горят. Так, стрелы-то от меня отлетают, правильно я понимаю? Вроде меня не убивают. Обосрались, смотри, говорит, нихера себе. Да, чувак, такие дела. Чё ты там стреляешь-то, дурень? Ну-ка дай-ка мне вот так вот. Давай, чуть-чуть здоровье мне подправь. Блин, смотри, магом вообще, короче, козырно. Иди сюда. Чё-чё? Куда в щачку, взячку? Чё он сказал? Да по-польски? Чё это? Добей его уже. Их нихера себе выносит, смотри, что делают. Опа, тихо, игни кончилось. Не надо, дружище. Блин, всё-таки попал по мне, смотри-ка. Тихо! Вот этого нельзя вообще. А, они друг друга бьют, нормально. Я просто постою здесь, окей? Нормально. Отлично. Это от меня стрелы отлетают, если что. Уйди. Ты чё? Как так-то? Почему с одного удара-то? Чё за херня-то? У меня жизни целые были. Я чё, иди, твою мать, не пойму, мне чё, вообще, я пылинка, что ли? Я чё, пёрышко? Почему меня с одного удара-то убивают?
Охереть! Суки, ну ладно. Главное не подпускать-то. Не подпускать их к себе, и все будет нормально. Ладненько, пойду, давай так вот делай на всякий. Опа. Блин, он не бесконечно здесь. Ну, все равно, ладно, насрать. Поехали. Так, пацанва, вылазь по одному. Поехали, щачку. А, в щечку? Он что, целовать меня хотел, что ли? Не надо, пацан, не надо никого резать, перестаньте. Собаки, а? Иди отсюда. Я их просто по... Тихо. Я их просто поджарю, и все. Ты готов? Сдохни. Вот на них, наверное, смотри, огнем как проседает по них. Вообще неплохо. Че там следующий-то? Мы маленькую хп-шечку установим. Хотя вот так установим. Поехали, поехали, на. Ждем всех на лестнице, убиваем всех козыр. Они тупые, они ничему не учатся. Вали, вали меня, пацаны, давай! Это я зря. Не надо туда бегать вообще, уйди. Это магия, черти! Опа! Это ведьмак, да, пацаны. Совершенно верно. Спокойно. Да смотри, что делают, а? Я не сохранился, блин! Меня прям что-то раздражает эта херь. Сука, с одного удара убивают, так нечестно вообще. Как можно какой-то палец и убить с одного удара? Можно нести много урона, там, чего-то еще. Но, блядь, не убить же с одного удара. Ну что вы делаете-то? Опять целую кучу перебивать. Я вообще в панике, если честно. Что такое? Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Используй. Блин, а что, получается, замок не надо очищать было? Ну ладненько. Так, вот так. И вот так. Блин, давайте сначала сюда сходим. Посмотрим, что у нас тут. Я так понимаю, мне не особо нужны как бы разбойники. Мне больше нужны доспехи. Что такое? Используй. Кнопочка какая-то секретная. О! Дневник Маро. Ага. Здесь можно было спрятаться, смотри-ка. Прочитать записки Маро. Ну давай, прочитаем, ладненько. Блёх, какое же сложное место, это алхимия. Да уйди ты от меня с этой алхимией, знаю я, как все это делать. Чего ты пристал-то ко мне? Ой, сука. Гребаное обучение достало меня. Так, умение, хирение, медитация, бестиарий, обучение персонажа книги. Так, требуется мастер-чародей. Это не то. Нам нужен дневник Моро. Ну, конечно, в инвентаре иди, твою мать, лежит, собака такая. Мне донесли, что Джером уже прибыл, я остановился у Сари. Я настолько возбужден, что не могу работать, однако я должен сохранить спокойствие и воплотить свой план. Он приехал совершенно неожиданно, тут же как стемнело, очень изменился, исхудал, весь в шрамах. Разумеется, он бесился, что я заманил его сюда под фальшивым предлогом. Но что же мне было делать? Когда-нибудь он сам будет отцом и поймет, что мной движет. Я открыл в кабинете портал и принес Джерома в лабораторию. Так вышло, что я исчерпал активирующий кристалл, но, к счастью, у меня есть запасной. Я дам мальчику немного времени на размышления, потому что хотел бы, чтобы все прошло по-хорошему. Пока что я подготовлю аппаратуру. Кажется, надо заменить кожаные ремешки у стола на новые. Вот. Найти кристалл, активирующий Итак, портал. Ведьмака втянуло в портал. Ага. Все ясно. Короче говоря, бляха-муха. Почему мне сразу не сказали, что он в этом... Ищу в записках, как дурачок. Поехали, пацаны. Давайте только потихо и сразу. Я тебе сейчас дам, сука, седая башка. Сам седая башка. Сдохни, тварь. Давай-давай, пацаны. На-ка. Я не буду рисковать, потому что к ним подходить смысла нет. Один удар по мне, я лежу. Лучше вот так вот сделать. Пусть умирают так спокойно, сами горят просто. На. От моего урона толка никакого. Понимаешь, по ним огонь 2000 пролетает, а мой удар 1000 даже не наносит. Смысла не вижу вообще. И каждый удар 2000. Хорошее, если свойство наделал, чтобы от меня стрелы отлетали. Так меня сейчас разобрали нахер. Они не понимают, что по мне стрелы ничего не наносят и стрелять продолжают, дурачки. На-ка. И
Не, подожди, дружган. Вот сейчас будет обидно вообще, если он меня убьет. Прикинь, он же один, получается, практически остался. У меня сейчас можно уже будет игру сохранить, потому что я на безопасной зоне останусь. Все, отлично, помер. На-ка. Блин, эти теперь запалили. Я тебе сейчас подойду. Ложит и кладет. Давай, поехали. На. Матом ругаются, рифмуются, другие хуё моё. Чё ты вытворяешь, блин? Поэт херов. На-ка. Я вас не пущу к себе, пацаны, вообще никак. Мне оно не надо. Мне так безопасно. А, хуё моё свежее белье. Нормально, рифма, чувак. Вообще качаешь прям. Тебе на сцену надо, под бит какой-нибудь нахерачить, и все будет нормально. Ну, тысячу, смотри, но это небезопасно. Он заклятие ложит. Ать! Сейчас вот. Короче, каждую секунду Игни наносит по 2000, я одним ударом наношу сильным, причем 1000. Мне вообще невыгодно такой херней заниматься, и в пятка. Вот, наконец-то. Так, а что мне ваш лагерь нужен был? Просто... Еще один, что ли? Да откуда вы тут беретесь-то, хуё моё? На дыре. На. Опа. Блин, они все, короче, смотри-ка. Они все с красными черепами. Действительно. Значит, они все опасные, представляешь? Все. Значит, я буду убивать их аккуратненько и по одному. Точнее, пачкой. На то я и качал знаки-то все эти. Припинания. Практически. F5-ка. Так, ладненько. Надо было что-то найти у вас. Мне по-любому пришлось бы сюда приходить. Нет, у меня пока вниз идти. Ну, хотя... Я слева зайду. Заходи. Заходи слева вечером. Давай. Где тогда? А это ты. А вот это. А, тебя не берешь, что ли? Да ладно, смотри-ка. Сука, они все в павлиних этих шлемах. На, дружище. Магия. Да ладно. Чары какие-то. Какие? Видь, мачи. Давай тогда так. Ой, я так с ним надолго. Да, это очень долго все будет происходить. Тем более я падаю с одного удара. А это ты зря. Да ну брось ты. Блях, его чем-нибудь поджечь попутно с этим делом-то. Жалкое зрелище. Геральта субтитры не сходятся, по-моему. Может его поджечь сначала? Вот так вот. О, нормалек. Не выдержал щит ты его ни хрена. Я слева зайду. Ну не, у него шансов все не осталось ни хрена. Вот и все. Опасные суки, вообще реально сильно опасные пацаны. А что у вас полезного здесь есть, нет? Ты, блях, зачем шел? Сам не понял. Ладно, пойдемте вниз. Хотя там наверху еще что-то есть. Но это же целая крепость, здесь, наверное, народ дохера жило. Да и сейчас живет. И мне кажется, я еще не всех перебил. Но мы постараемся. Тут где-то он нарисован этот. Ткацкий станок для мечей, который мне заточит его. Потому что у меня заточка на мечах-то закончилась. А, это кость. А, ясно. Это костер, который мог тот хер поджечь, и пришло бы подкрепление из другой крепости. То есть, смотри, разбойники вроде, а между собой как бы немножко договариваются, функционируют, там у них какая-то связь. Нихера себе так-то. Так, лук. Ну, я так понимаю, этих шкур драконида быть не может. Чё я сейчас жахнул? Кроны если только собирать, ну, блин. У каждого кроны подбирать. Сколько у меня, кстати, крон-то вообще? Так, у меня их 6495. Я не знаю, по-моему, это, наверное, мало. Для того, чтобы покупать себе друг... Ой, ух, нихрена себе, так жахну. Не дают. Я обжахнул. Но не дают, чё ж теперь. Я гром применил, вот ночью. Теперь куда-то туда вам предлагаю. Давайте немножечко вот так вот сделаем. Потом и в пятюню, и пойдем дальше. Так, найти кристалл, активирующий портал. А, где-то тут, что ли? Так вот он лежит. Его же видно издалека прям.
Усилительный кристалл. Положите активирующий кристалл на место. Это типа туда, где мы были, да? Ну да. Теперь включу портал и посмотрю, куда он ведет. Включи. Зарядить кристалл с помощью знака А. Ты что, Герд, промахнулся? О. Да ну нахрен, вы что, угораете, ребятка? Ненавижу порталы. Мы, наверное, в какую-нибудь жопу идем. Твою же ж мать. Голем, голем. Големушка. Что с тобой делать-то? Ох, нихера, у него огненный кулак. Ты посмотри, что делает, а? Так, а как его, может быть, как-то остановить? А, работает отлично. Ну-ка, огнем. Тихо-тихо. Сколько на тебя огонь-то берет? Вообще ничего не берет. Не, нормально, поджигает. Пусть дымится полегонечку, а я вокруг побегаю. Ага. Нормально. Не, так будет долго. Лучше с Ардом, короче, подавать. А может быть даже с Ирданом чуть-чуть. На-ка! Замедление, отлично. Пока он тут всю эту херню сообразит. Нормально, вот с Ирдом против Гольму самое оно. Главное, чтобы он резко не кончился сейчас. Хорошо. Еще один. Отличненько. Ну, это прям святое дело, смотри-ка. Втаскиваешь и уходишь. Он даже сделать ничего не может. Отличненько. Блин, знаки вообще существенно облегчают жизнь. Не помешает. Здесь Маро держал Джерома. Надо смотреться. Давай, осмотримся. Так как силенок у меня маловато для мечей, знаки меня выручают очень сильно. Как бы изначально мы их качали, так и качаем. Отлично, школа Грифона. Замечательно. Может, рубашку взять пригодится. Хотя нахрен нужна. Лорины. Лорины. Это что такое? Иллюзия? А-а-а. Еще Грифон есть где-то? О! Серебряный перстень с янтарем. Малый глиф, эссенция. Так, это все мне пригодится. Наверное, все, что здесь лежит, надо лучше собрать. Ага. Все, 6 из 6. На обороте чертежа Джером что-то написал. Что написал? Парализующее заклятие перестало действовать, но портал не активен, и я заточен здесь. Заточен. Жаль, что я оставил почти все вещи в форте Усар. Без снаряжения у меня нет шансов на побег. Думаю, я так и умру в этом месте. Ты забрал у меня почти... ты забрал у меня мечи и все, что могло бы послужить мне оружием. Даже это письмо я должен писать на обороте чертежа. И все-таки перед смертью я хочу сказать тебе одно. Ты безумец и всегда им был. Злой, жестокий убийца, которому я давно уже не питаю теплых чувств. Отрекаюсь от тебя и надеюсь, что когда-нибудь ты ответишь за свои преступления. Джером. Джером был сыном Моро. Хотелось бы узнать всю историю. Отыскать логово Вихта. А, все что ли? Ну, окей. Ведьмачьи древности, гроссмейстерский доспех, школа Грифона. Так, хорошо, давайте посмотрим, что нужно для этих. Блин, как можно это по-другому перемещать? Кроме как на мышку. Ремесло. Так, значит, по поводу доспеха. Мы его так и не увидели. Вот они. Укрепленные шкуры драконида, пластины. Ну, блин, для этого, для всего нужен, короче, вот это вот... Двимерит, сука, где его взять-то, хер его поймешь. Двимеритовая пластина. Хорошо. Слиток обогащенного двимерита. Руда обогащенного двимерита. Бляха, а где ее взять-то? Укрепленная шкура драконида. А, так у меня есть такая. А, ну хорошо. Так, как это создать-то? Блин, это надо куда-то идти. Так, ладно. Дымный кристалл. Ну ладно, со шкурой драконида мы разберемся. Нам нужно много двимерита где-то надыбать. Очень много двимерита где-то нам надо взять. Выкинь его нахер, этот факел-то. Там кто-то остался, что ли? Откуда? Откуда ты тут взялся, алё? Откуда вы взялись-то, я не понял. Что-то от тебя мертвечиной несёт.
Чё за херня-то? Я же всех убивал. Там все, а там все, жалко что. Короче, дикие парни вот опять появились. Сука, это ведь обходи, обходи. Отходим, тихо-тихо, они мечами начали махать. Прощай, дружище. Нахер оно мне надо? Прикинь, вот так вот взял, просто так вышел, на тебя сразу напали. Не хочу. Так, нам, собственно, надо это... где-то взять... Он, скорее всего, продается. Мне так кажется, потому что, блин... в дополнение, наверное, должно быть больше торговцев. Давайте-ка я перемещусь туда, где мы, в принципе, с вами искали этого нашли, которого вот, вот, вот сюда вот-то. И здесь мы пойдем тогда... вот так... Кузнец, гроссмейстер. Они прям, смотри, подписали, короче говоря, где гроссмейстер, где не гроссмейстер, чтобы я, как в прошлый раз, не бегал, не искал между этими кузнецами. У него, скорее всего, это продается, и мы сейчас все это найдем, попробуем купить, и, возможно, что-то получится. Нам нужно, во-первых, к нему, чтобы сотворить шкуру драконида укрепленную. Мы этим сейчас все сделаем. Возможно, если у него все есть продажи, то мы даже сегодня себе сделаем это. Потом закрепим все это различными большими... камушками. Все будет замечательно. Так, здорово. Приветствую. Надеюсь, поиски продвигаются. Да я нашел, все, не боись. Так, а во. Мне удалось кое-что найти. Прекрасно. Я сделаю копию. Наконец-то я получу звание великого мастера. Больше никому не давай, смотри, только мне. Спасибо тебе, ведьма. Делай бесплатно. Так, задание выполнено больше, чем мастер. Хорошо. Замечательно. Дадут какие-нибудь приколюхи-то? 500 крон. А еще что? Все. Окей. Выкуешь для меня кое-что? Конечно. Куда ты нахер денешься? Так, давайте тогда начнем с этого, что ли. Укрепленная шкура драконида 2. Две нужны укрепленную шкуру драконида. Ага, значит, дымный кристалл тоже был нужен, я помню, пусть будет один. Так, что там, сейчас мы все намутим. Забыл, прикинь, вылетело прямо из головы. Так, значит, гроссмейстерский... Блин, я понимаю, что у меня пропадает, вот они. Так, значит, укрепленная шкура драконида 2. Вот я зачем полез, пошли искать. Укрепленная шкура драконида 2. Сука, это... А, вот она. Так, поехали. Раз. Два. Ага. И что-то там еще слитки. Две пластины обогащенного двимерита. Так, две пластины обогащенного двимерита. Пойдем посмотрим у него двимерит сначала. Слиток двимерита. А, и нихуя! Слышь, так дорого стоит-то, я не понял. Охереть! Ты обкурился, что ли, пес? Чего у него как все дорого-то? Я сейчас лучше сам все это сделаю. Да уйди ты отсюда нахер, какое я все знаю. Так, две пластины обогащенного двимерита, хорошо. Нужно... А, они пока что не в продаже есть, вообще хорош. Это прикольно. Руда обогащенного двимерита. Купить. На правую кнопку. Вон как! Вообще огонь! Смотри, что делается. Прямо отсюда можно попаковать. Красава, чё. Так, слитка обогащенного двимерита. Поехали. Раз. Два. Пластина обогащенного двимерита. О, это обосраться. Это мне сколько денег надо, чтобы прям вообще беда. Еще одна. 4500. Не хватает денег. Блин! Смотри, что происходит. Не хватает денег. Так, может, на что-то другое хватит? У меня же там еще... А, мне мечи нужны. Вот. По мечам и по этим чего? Здесь нужен двимерит. Сука. О! Сапоги гроссмейстера. Хорошо, можем собрать сапоги. Уже...
Блин, мы так-то можем собрать еще и меч. Это какой? Серебряный. Два куска надо, две мерита. Это не тот. Блин, всего-то нужно, прикинь, 4 куска, 2 мерита и очень много денег. Может быть, я смогу их собрать все-таки? Руда обогащенного 2 мерита. Это что такое? Орехалковая руда. Ага. Ага. Все, не хватает денег, говорят. Так, ладно. Все, беда. Да. Блин, где-то надо денег подмутить. А, так я им сейчас продам все, у меня же куча всего. Я что-то прям даже и не подумал об этом. Ладненько, поехали. Раз. Во, бляха-муха, делов-то. Мне это все равно ничего не надо. Да тихо ты. Во! У продавца 13 косарей, да ладно. Блин, это хорошо. Вот это уже на самом деле классно. Так, что еще я могу продать тебе? Здесь ничего не могу. Так, это надето на плотве или нет? Что еще тут-то? Камушки всякие. Так, камушки я пока трогать не буду. Большой. Глиф. Сколько они стоят? 137. Ага. Так, ну это все мало, и это мне не надо. Вот это большой, это я оставлю. Так, это малый. 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 Малый, да. Это большой. Это малый. Большой. Ага. Мне, походу, что-то такое четкое продал сейчас только что. Ну, допустим. Блин, я, походу, что-то вообще четкое продал. Улучшение, улучшение. Что-то такое прям услышал. А, 50 прочность предмет. Ну, это все херня. Вот, теперь мы с вами нормально все сделаем себе. Допустим. Нам нужны еще... Обогащенный двемерит. Ага. Ага. Да, хорошо, у нас уже хватает на меч, я так понимаю. На серебряный. Мест, грязь, меч, сера, школа дракона. 2400, ты угораешь, что так дорого-то? Охереть. 1400. Блин, теперь 2 мерита не хватает, да ты угораешь. А как же я так столько ему всего продал, а он берет такое, и мне денег так мало дал. А, я, походу, продал 1000 на 3 всего. Ну ладно, что ж теперь. Короче, придется со следующей серии нам с вами все это путненько и много собирать, потому что я уже забросил собирать все это дело. А оказывается, надо. Так, давайте-ка я посмотрю... Подожди-ка. Бывай. Удачи на пути. Удачи. Давай посмотрим, что мы можем сейчас сразу вставить в меч, в наш, в новый. 472, 576. 5 мы можем этих вставить, да? Ой, точнее, 5, 3. Значит, улучшение. Это на снаряжение. Мощь арда 10. Так, ладненько. Сюда нельзя? Почему? Короче говоря, поход дела это на что-то другое. Ну ладно, разберемся мы с этим делом. Давайте на этом заканчивать. Мы сегодня, в принципе, неплохо так этого. Нам осталось денег намутить, и все это у чувака можно, по идее, купить и сделать. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.